Также памятные призы вручаются председателю Совета ветеранов войны Шубину Олегу Геннадьевичу. Шубин Олег Геннадьевич, ветеран войны в Афганистане. Ветерану войны в Афганистане, члену Совета ветеранов войны Шквалину Герману Борисовичу. Участнику боевых действий в Чечне, Сирии, СВО, старшему прапорщику Тугринову Евгению Михайловичу. Участнику боевых действий в Чечне, Северной Осетии, СВО, рядовому Захарову Константину Андреевичу. А также руководителю поискового отряда «Рубеж» Амирову Олегу Николаевичу. Переходим к награждению спортсменов.